К нам уже поступают звонки с вопросами, с разъяснениями о том, куда могла подеваться вот такая солидная организация, которая была расположена на улице Советской города Волгограда. Кроме того, непосредственно к нам уже поступают письменные обращения от пострадавших. Собственно, из рекламной информации, из вывески мы видим название одной организации. Люди, когда, собственно, приходили туда, им показывали свидетельство о постановке на учет в реестре микрофинансовых организаций, второй организации и уже третья компания, которая вообще не имела права по закону принимать денежные средства от населения, ну, собственно, это делала по обычным приходничкам, без стеснения. И как вот это часто и бывает, речь идет о людях пожилых. Суммы это 400 тысяч рублей и сумма порядка 500 тысяч рублей. То есть это деньги внушительные, это так называемые, да, накопленные на смерть, как они сами говорят, какие-то деньги, которые они просто не хотели хранить под подушкой. Мы обратились в полицию, мы обратились прокуратуру региональную. В таких случаях, как показывает практика, они у нас в Волгограде практически раз в год да происходят, очень важно успеть зацепить за хвосты вот этих организаторов.